Херсон – это Украина и всегда останется Украиной. Вчерашние митинги и сегодняшние, вчера уже бессилие российского оккупанта как раз было в том, что они проявили уже, знаете, они начали стрелять. Они начали стрелять по мирным жителям, по тем, кто выходил, уже были раненые вчера. Светошумовые гранаты применили, сегодня применили слезоточивый газ. Но, тем не менее, люди показывают свою волю и решимость и показывают всеми действиями, что никаких ХНР здесь нет. По поводу вашего вопроса, что они пытаются делать с так званым ХНР, да, у них эта мысль не оставляет их в покое, это их цель, они планомерно к этому идут. На сегодняшний день они создали такой информационный ресурс «Херсонская народная республика», где транслируют там раздачу своих гуманитарных пайков. К большому сожалению, присоединились, ну, мы их называем консервы, это те люди, которые повскрывались, и их не так много, но тем не менее они есть, они на сегодняшний день помогают оккупанту делать картинку того, что здесь типа рады россиянам, но на самом деле в Херсонской области ситуация доведена практически до голода, ситуация катастрофична, гуманитарные конвои блокируются сбоку Украины, и нет возможности доставлять людям как бы еду и медикаменты.